прошлом году Армению покинуло более 7 тысяч человек. Об этом сообщают армянские СМИ. Как стало известно, в январе-сентябре 2022 года количество пассажиров международного аэропорта страны Звартноц превысило 2 593 тысячи человек. Число пассажиров, прибывших в аэропорт, составило 1 293 612 человек, а вылетающих – 1 299 789. За этот период общее количество пассажиров в аэропорту Ширак составило 42 640 человек. Прибывших было 20 567 пассажиров, а количество вылетающих – 22 073 человека. Отмечается, что всего за этот период в Армению воздушным транспортом прибыло 1 314 179 человек, а покинуло страну 1 321 862 человека. По данным за январь-сентябрь прошлого года, количество выезжающих из страны превышает количество прибывших на 7 683 человека.